смотрите, вон едет Лего Маквин и его подружка Крус Рамирес. Сейчас я сделаю им такую пакость, какую они даже не ожидают. Ха-ха-ха! Хе-хе-хе, вот они, сейчас они у меня получат. Ой-ой-ой! Крус, что с нами происходит? Ой! Ой, Маквин, что это такое? У меня перед, у меня капот и бампер твой! У меня твой, ой-ой-ой, что это такое? Что это? А вот получайте еще, сейчас вы у меня еще получите! На! Ой, Маквин, кто это делает? Не знаю, что это за проделки. Ой, смотри, это же мисс Крошка! Кто это такое с вами сделал? Что вы за чудики? Кто-то над вами поиздевался. Ой, что это происходит? Ой, эй, что это случилось? Ой, у меня капот! Это ж не мой капот! Ага, это же капот от Крус Рамирес! Ой, Маквин, что с тобой? Смотрите, у него появились рога! Ой-ой-ой, а перед от мисс Крошки? Кто это наделал? Быстрее, ребята, помогите мне! Кто это делает, скажите? Как мне исправить? Я не смогу так ездить! Ай! Получили, так вам и надо. О, едет еще одна машинка. Сейчас я вам сделаю. Эй, мисс Крошка, кто это с вами такое сотворил? Ты сейчас досмеешься у меня. Ай, быстрее спасите меня, уберите у меня эти рога. Нос, я ничего не вижу, ничего не понимаю. Ай, Крус, помоги мне! Эй, что-то все тут перепуталось! О, классно! Теперь я Молния Маквин, смотрите, какой у меня теперь обвес! Теперь у меня и капот, и номер! Ай, я тебе не отдам, Маквин! Эй-эй, стой! Стой, подожди, я не хочу ездить, как мисс Крошка с рогами! Эй, а ну-ка верните все назад! О, так-то лучше, теперь хотя бы мой перед! Мой обвес будет теперь у меня, бампер и капот! Ребята, ну как я вам нравлюсь таким? А мне что-то не очень. Это теперь я смогу отомстить мисс Крошке! Ха-ха-ха! Эй, Маквин, ты что задумал? Сейчас ты у меня получишь. Сейчас вы еще у меня получите. У меня есть классная идея. Эй, что это с нами произошло? Смотрите, что у Крус Рамирес. Ого, Крус Рамирес, что с тобой? Ай! Хочу назад, хочу свою машину, желтенькую красивую. Отпустите меня, а ну назад почините. Ой, а что со мной стало? У меня на носу выросла какая-то непонятная штука. Ой, отдай Маквин мой автобус. У меня на голове огонь, а у Маквина целых 3 рога. Ничего себе, ребята, кто это делает? Кто это проказничает? Зато у меня есть хорошая идея. Сейчас, мисс Крошка, я вам отомщу. Сейчас вы посмотрите, какой я крутой. Эй, Маквин, успокойся. Не надо. Не надо ничего предпринимать. Ой-ой, вот это авария! Ничего себе!
Где глаза мисс Крошки? Кажется, они отвалились. Не понял. Это же злодей профессор Цундап. Точно, это его рук дело. Ой-ой-ой, эй, машинки, не горячитесь. Не горячитесь, держите себя в руках, я все исправлю. Конечно, куда ты денешься? Сейчас я тебя раздавлю. Ай, надо убегать. Маквин едет за мной. Какой он злой. Эй, я ничего не вижу. Где мои глаза? Ай, я не могу ехать. Я застряла. Давай вперед, крошка. Ой, кажется, я попался. Ну что, профессор, вот ты в ловушке. Давай быстрее все исправляй. Крус, давай дави его. Ой-ой-ой-ой-ой, отпустите, я все исправлю. Давай быстрее, профессор. Эй, профессор, ты издеваешься над нами? А ну давай полностью нас верни на наши места. Эй, профессор, ты что наделал? А ну верни мой нос, быстрее давай! Вот так-то лучше, давно надо было это сделать! Эй, Крус, по-моему, пора сваливать, пока мисс Крошка на нас не напала! Давай-давай, Маквин, быстрее потихоньку уезжаем! Эй, Маквин, далеко собрался? С тобой у нас еще ничего не закончено! Ребята, ребята, посмотрите, а правильно ли профессор собрал эти машинки? Так ли выглядит мисс Крошка? Так, если не так, напишите в комментарии, что у нее не хватает и где ее подправить. А в следующий раз смотрите новые серии. Будут гонки с Маквином, Крус Рамирес и Джексоном Штормом. Не пропустите, подписывайтесь. Пока-пока.